Добрый вечер, дорогие друзья. Сказочные персонажи утратили свою силу, потому что в них никто не верит. И тогда есть место подвигу для простых людей. В них тоже надо поверить. И не только сказочные персонажи, но и простые люди способны совершать чудеса. Именно простые, реальные герои, реальные люди в нашей жизни. Сегодня они будут на этой сцене. Отнюдь не сказочные, настоящие. Я рад объявить первый номер нашего сегодняшнего вечера. Встречайте. Арсен Геворкян. Выйду в цветочные чащи, путник в лазурь уходящий, ты не дойдешь до пустыни, воздух прозрачный и синий. Лугом пройдешь, как садом, садом в цветении диком, ты не удержишься взглядом, чтоб не припасть к гвоздикам. Лугом пройдешь, как садом, шепот и шорох и шелест. Нежность, как песня Саади, вмиг отразится во взгляде месяца желтая прелесть. Нежность, как песня Саади. Нет ни тревог, ни потери, только лишь флейта Гасана. Вот он удел желанный, те, кто в пути устали. Ветер благоуханный пью я сухими устами. Ветер на эту сцену Диану. Песня «Березы». Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают.
я пойду по дороге, простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. Сердце опять горячо, горячо, и опять я опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. Старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо там гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят. А последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Сердце опять горячо, горячо, и опять, опять без ответа. А листочек с березки упал, как я оторвался от веток.